Здравствуйте. 24 августа. Река Дон. Район Нижнего Икорца. Поймалась у меня уже плотва на донку. Сейчас будем дальше пробовать ловить. Только забросил, вот 10 минут прошло, я вот буквально сразу достал. Конечно, место не совсем удобное. Но будем, в общем, стараться. Подлещичек на связку этих опарышей. Поначалу поставил креветку. Я не знаю, как это, как, короче, называется, непонятная штука. Кукуруза со вкусом креветки. Потом прошло 5 минут, я понял, что опарыши объедает, кукуруза остается. И, в общем, снизку опарыши повесил, вот сразу подлещик. Так что продолжаем ловить. И еще один подлещик на связку опарышей. Продолжаем ловить. Вот у меня на одной удочке, вот на этой, которую я вот сейчас снимаю, поводок длиннее. На нее поклевки реже. На той удочке, которая, на которой поводок короче, идут поклевки чаще. И причем сразу. Еще один подлещик. Ну, он, конечно, мелкий, мелковат. Ну, буквально вот сразу он клюнул. То есть только прикормка, ну, приманка с опарышем опускается на дно, сразу следует поклевка. И сейчас я ее дальше забрасываю. Попробуем на один уровень забросить. И эту донку, и другую донку. На удочку пока вообще нет поклевок. Еще одна плотвичка. Не, ну, конечно, в Лискинском районе гораздо лучше клюет, чем в, рядом с Воронежем, вот в Шилово. Мелочевка, конечно, но приятно. Дергает почти постоянно. Да, здесь рыбалка гораздо интереснее. Сейчас практически вот довел вот сюда вот, в эту грязь, в эту лужицу карася. Ну, такого хорошего, я не знаю, граммов, наверное, 800. И, в общем, он сорвался у меня прямо вот здесь вот под берегом. Ну, я прыгнул на него, пытался схватить, но сволочь вот убежал вот туда вот, в те кусты и все. В общем, очень жалко, эпичный момент был. Весь вот в грязи. Сам весь мокрый. Ну, в общем. В общем, не повезло. Будем еще ждать. Еще время есть, может быть, еще клюнет. Жалко, конечно, что не попался мне тот карась. Зато поймали очередную плотву. Но еще мы посидим, может быть, еще клюнет. Подождем. А вот, к сожалению, мелкий подлещик. Очень жаль, что тот карась не поймался. Ну ладно, будем еще ждать. Еще чуть-чуть времени есть. Еще один подлещик клюнул. Ну, конечно, всего лучше работает сочетание опарыша с червем. То есть червь и потом один опарыш. И очень клюет неплохо. Когда просто опарыш, почему-то вот хуже. Еще один подлещик с ладошку, и чуть больше. Ну, так поклевывает здесь, конечно, лучше, чем на Дону, в Воронеже. В Лисках мне гораздо больше нравится. И все, наступил кромешный вечер. Ох, пока я уходил, куда-то затянуло мою удочку. Наверное, травой. Вряд ли это была рыба. Но если рыба, то это хорошо, конечно. Она утащила. Но я думаю, что это все-таки трава.